добрый день. Ну что, народу осталось, ребята, мало. И смотрите, что они делают. Все-таки четверочка индивидуально вот такие блюда стали приносить. Видите? Салат я хотел сам набрать. Они говорят, иди садись. Вот такое, смотрите. Индивидуальненько все принесли. Что здесь? А здесь что-то дымит. О, уголек, ребята, уголек. Да. Окей, десерт еще будет. Смотрите, и народу очень мало. Я сделаю рекламу. Это, thank you. Значит, совсем нас мало осталось. Видите, это отель Шарм Брайт. Невеста Шарма, скажем так. И вот такой вот индивидуальный обед нам сейчас подают. Еще принесут десерт. Я уже супик съел, суп был с грибами и с курицей. Всем приятного аппетита. Итак, четверка по фортуне. О, четверка по фортуне. Какая красота. Beautiful. Thank you. Я делаю рекламу вашего отеля, так как вы очень красиво и очень вкусно делаете это. Yes. Покажи меня за этим столом. Да. Да. Ну, фото там все включено. Да, хорошо. Окей, видео. Видео. Реклама отеля. Нас мало. Да. Спасибо. Пожалуйста. Thank you. Видите, как стараются? Да. Спасибо. Пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо. Ну что, мне осталось рассказать, что здесь было. Это было отбивные куриные, картофель фри. Тут было, значит, говядина. Тут жареный лук и перец. В общем, все было настолько вкусно, что я сюда... А, еще были такие слойки мясные, две штучки. Все очень свежее, вкусное. Спасибо, спасибо поварам за их отличную вкусную еду. Вот так вот индивидуально каждому приносят. Очень-очень они удивили сегодня. Так что так вот, аква. Старая аква и Шарм Брайт новый дает нам покушать на фортуну. Да снимаю, снять тебя чуть-чуть. Вчера надо было нашим снять, что как мы сидели, хоть фотку сделать.